Здравствуйте, дорогие гости, подписчики канала. Сегодня я готовлю десерт. Одни его называют мороженое суфле из кефира, другие натуральный молочный десерт, некоторые диетический десерт, который придется по вкусу как взрослым, так и детям. Детям он заменит мороженое и принесет еще большую пользу растущему организму, если в него добавить фруктовое пюре, ягоды. При приготовлении такого полезного и вкусного десерта главное выбирать самый свежий кефир, ведь только такой напиток сохраняет все полезные свойства, улучшает иммунитет. А усвоение полезных веществ из кефира происходит лучше, чем из молока. Когда я первый раз попробовала такой десерт, я не определила, что он из кефира. Советую вам приготовить, так как блюда составляют очень доступные продукты, из которых получается воздушный, полезный, низкокалорийный и очень вкусный десерт. Понадобится кефир, сметана, сахар, вода, желатин, ванилин по вкусу. В небольшом количестве воды замачиваю желатин. Когда набухнет, нагревать нужно при постоянном помешивании, чтобы хорошо нагрелся и растворился, но не закипел. Также полностью его растворить можно на водяной бане. После этого оставляю его остужаться. В чашу для взбивания наливаю кефир, сметану, сахар, ванилин. Взбиваю 3 минуты. Далее вливаю, не прекращая взбивать, распущенный желатин. Взбиваю до обильной пены, до полного растворения сахара. 3 минуты. Разливаю мороженое суфле из кефира по стаканам, креманкам, чашкам. У каждого есть для такого десерта любимая посуда. У меня креманки. Мне очень нравится бросать такое мороженое суфле, замороженную с сахаром, сладкую клубнику. Ее можно также, измельчив, добавить во всю массу. Далее свое бесподобное лакомство помещаю в прохладное место на пару часов для застывания. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал «Лови совет». До новых вкусных встреч, друзья! Пока-пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!